Приветствую вас на канале School Culinary, и сегодня мы готовим чечевицу с фаршем. Чечевица есть двух видов, оранжевая и зеленая, коричневая. Из той и другой очень много вкусных блюд, к тому же она очень полезна. Это один из многочисленных рецептов чечевицы. Блюдо можно подавать как полноценным, так и к гарниру, например, к спагетти. Итак, ингредиенты. 300 грамм фарша. 1 стакан чечевицы, одна луковица, один болгарский перец можно зеленый и красный вместе, пару зубчиков чеснока, 1 столовая ложка томатной пасты или помидоры, пропущенные через терку соль, перец. Итак, приготовление: чечевицу почистить, помыть и залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения и слить воду. Лук мелко нашинковать, фарш обжарить минут 5, затем добавить к нему лук. Нарезать болгарский перец и тоже добавить к луку с фаршем. Пожарить еще немного все вместе. После чего добавить томатную пасту или помидоры и чечевицу. Все хорошо перемешиваем, заливаем кипятком. Вода должна полностью закрывать содержимое кастрюли. И даже более того, потому что чечевица должна хорошо провариться. Солим, перчим и добавляем любимые специи. Если воды осталось мало, а чечевица еще не сварилась, то можно добавлять кипяток. Вкус от этого менее насыщенным не будет. Как только чечевица станет мягкой, выключаем огонь, и наше блюдо готово.